Я никогда не волнуюсь во время интервью, но сегодня особенный случай, и у меня есть небольшое волнение. Знаете, когда я последний раз боксировал в Украине? Да, я сам уже не помню, это было очень давно. И, конечно же, турниры такого масштаба в Украине не проходили еще ни разу. Я больше года не выходил в ринг. Можно ли назвать это возвращением меня в спорт? Ну, конечно же, нет, я никуда не уходил. Это просто был небольшой отпуск. Такого турнира, такого масштаба и формата в Украине еще не было никогда. Если вы хотите увидеть драйв и экшен в ринге, если вы любите единоборство или просто вас интересует спорт, 24 августа, Дворец спорта, Одесса. Приходите. Keep grinding. FIA World Grand Prix Professional Kickboxing Tournament. August the 24th, Odessa, Palace of Sports, Shevchenko Square 31, Fortune favors the brave.